11-классников с начала этого учебного года будут отрывать от Земли. В школьную программу вернулся предмет астрономия. 1 час в неделю старшеклассники будут изучать звезды. Новые федеральные стандарты – это не только хорошо забытые старые. Участники пресс-конференции заявляют о том, что детям необходимо изучать не только теорию, но и вводить практические занятия на уроках. Умение применять, не только обладать знаниями, но и применять их на практике, что необходимо в первую очередь во взрослой жизни. Вот это главная задача новых стандартов. Главное, чтобы и материально-техническая база соответствовала нововведениям. Что касается той же астрономии, то с 1 сентября ее ведут не во всех нижегородских школах, а только там, где есть необходимое оборудование и учебники. А уже со следующего года предмет ведут повсеместно. Как и прежде, в школах будут работать бесплатные кружки и секции. Их даже станет больше, особенно по техническим направлениям. На местах органы местного самоуправления и администрации Нижнего Новгорода и других муниципалитетов принимают, безусловно, усилия по развитию технической направленности, но дополнительное финансирование никто не отказывается. В этом году в департаменте образования уделяют особое внимание качеству школьного питания. Столовые теперь будут открыты после первой перемены по желанию родителей. Если ребята старшей школы приходят на третью, на четвертую перемену завтракать или обедать, то им будет предлагаться буфет уже с первой перемены. Вот это небольшое изменение, но ребята так хотели бы, и мы посмотрим, какие результаты будут. Пока результаты не утешительны. По данным исследований Института питания РАН, Нижний Новгород занимает 3-е место после Москвы и Калуги по ожирению. Диетологи подтверждают, что все больше не только взрослых, но и детей с лишним весом. Проблема не только в том, что идет избыточная масса тела, а идет склонность к висцеральному ожирению. То есть то, что как раз закладывается в метаболический синдром и грозит с последующими последствиями. Это и сахарный диабет, это повышение артериального давления, это дистепидемия, это поражение печени. Именно поэтому меню для школьников постоянно дорабатывается и увеличивается ассортимент блюд. Из приятного плата за школьное питание с 1 сентября немного, но снизится. Если раньше комиссия при пополнении счета составляла 3%, то теперь всего 1% от суммы платежа. Юлия Серебрякова, Георгий Захаров. Столица Нижний.